Как переправить быстро нитки оверлока? Берем новые нитки, завязываем в узелок возле каждой ниточки. После этого поднимаем лапку, открываем нижний отсек, вынимаем ниточки с иголок и аккуратно перетягиваем нитки уже с завязанными узелочками. Срезаем нити игольные и берем то же самое делаем с петлителем. У нас вот эти вот регуляторы расслаблены, чашечки закрыты. Если у вас туго проходит узелочек, вы вот здесь вот, пожалуйста, поправьте чуть-чуть и легко протянули ниточки. Срезали нитки и заправляем пинцетом сначала одну иголку, которая ближе. И вторую иголочку. Закрываем нижний отсек, опускаем лапку и приступаем к работе.